Коридоры драмтеатра имени комиссар Ржевской пока отдыхают от зрителей. Здесь идет монтаж сложных декораций. А коллектив активно готовится к предстоящему старту. Начинают 14 октября. Откроют сезон театрализованным концертом. На следующий день покажут премьеру «Притворщики». Спектакль с нашими актерами готовил приглашенный режиссер Станислав Мальцев. Это постановка в рамках федеральной программы поддержки театров малых городов. Станислав Мальцев поставил спектакль по пьесе Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского «Притворщики». Вот он уже практически готов. Перед премьерой мы его пару раз еще прогоним и покажем нашим зрителям. Сейчас плюс идут у нас вводы в спектакле, потому что театральная среда такая, знаете, есть небольшая текучка. Но, как говорится, жизнь продолжается. Также репетирует Каренина к гастролям. В Хабаровске в конце сентября начнется третий фестиваль театров Дальнего Востока. 30 числа актеры Уссурийска выйдут на сцену со спектаклем, который уже завоевал несколько наград. Я всегда так стригусь, а что не так? Не знаю, просто как-то... Местному зрителю стоит настраиваться на притворщиков. Юмор, любовь, пережитки недавнего прошлого, спектакль обо всем. Уссурийцы столкнутся с советской цензурой и уже забытыми идеалами того времени, но в современном исполнении. 8 персонажей, которых связывает не только работа. Играю мужчину, который влюблен в женщину, и у них там заворачивается интрижка, а убийца будет дворник. Мне кажется, это вот именно такое поколение, которые выросли на фильмах Рязанова, вот там «С легким паром», «Любовь и голуби». Это вот прямо для них. Премьеры 15 и 16 октября. И почти сразу после них актеры начнут работу над еще одним спектаклем «Катапульта». На весь сезон запланировали несколько новинок. Будут играть и полюбившиеся местному зрителю. А вот часть постановок убрали из репертуара. Например, «Дурочку» и несколько сказок. Ольга Муравьева, Роман Адонин, Телемикс.